Евгений Якуба покинул должность главы Бийской соцзащиты. Сегодня сотрудникам ведомства представили нового начальника, пока с приставкой в Рио, Ольгу Штепа. Ранее она возглавляла Центр занятости населения. Смещение Якубы с должности руководителя управления социальной защиты города Бийска связано с реорганизацией. Ведомство переходит на казенную основу. Теперь его сотрудники не будут считаться госслужащими. Евгению Якубе во время замены всей необходимой документации не подписали новое заявление о приеме на работу. Бийский рабочий пишет, что уход Якубы для всех был неожиданностью. В конце прошлой недели он даже устроил фуршет в честь реорганизации управления. Напомним, что до этого Евгений Якуба был депутатом Думы Бийска, главой Бийского района. Его уход с муниципальной должности всколыхнул общественность. В сентябре 2017 года во время выборов в Бийскую гордуму его кандидатуру признали незаконной. Затем Якубу не поддержали во время выборов на пост главы Бийского района.